Международный Пушкинский фестиваль «Друзья, прекрасен наш союз» стартовал накануне в городе над Бугом. Около 600 студентов, школьников и преподавателей на протяжении недели посоревнуются за звание лучшего из лучших в рамках сразу нескольких программ, среди которых конкурсы чтецов, плакатов, эссе и сценических постановок. Сегодня, во второй день форума, школьники, лицеисты и гимназисты, представляющие не только Брест, но и другие города нашей страны, а также Москву, вышли на сцену Брестского государственного университета имени Пушкина, чтобы принять участие в первенстве чтецов. Иль мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских ладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Международный Пушкинский фестиваль «Друзья, прекрасен наш союз». В этом году он проходит в четвертый раз. Фестиваль включает в себя несколько конкурсов. Причем есть конкурсы, которые продолжаются не один месяц. Например, конкурс эссе или конкурс плакатов. Понятно, к нему готовятся и не один день. Сегодня мы работаем уже второй день, проходит конкурс чтецов среди школьников, учреждений образования области и не только области, потому что нашими участниками уже постоянными стали и школьники из образовательного центра 1989 Юго-Восточного округа города Москвы. С каждым годом количество людей, которые принимают участие в творческом форуме, неуклонно растет, а значит, усиливается конкуренция, ведь у каждого конкурсанта свой стиль, подача и манера исполнения. Каждый из них выбрал свое любимое произведение величайшего русского поэта, и каждый, безусловно, рассчитывает только на победу. Что меня сюда привело? Ну, наверное, мое желание к поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Я обожаю его, люблю, это мой самый любимый поэт. И я с удовольствием читаю все его стихотворения, очень много знаю. И вот мне сказали один раз, хочешь поучаствовать? И я сказал, да, давайте, буду участвовать. Я буду представлять отрывок из «Барышни-крестьянки». И я сюда пришла, ну, участвовала в конкурсах разных, мне захотелось еще что-то попробовать. Впереди у форума еще не один день захватывающих путешествий в мир русской литературы, в течение которых в рамках различных конкурсных программ участники будут доносить до зрителей и жюри свое понимание выбранного произведения, его основную мысль – удивлять эмоциональностью исполнения и пытаться создавать яркий и запоминающийся сценический образ. А значит, скучать точно не придется, а положительных эмоций, воспоминаний и впечатлений хватит всем до следующего творческого фестиваля.